13 боев и 13 побед. Хамзат Чимаев по праву считается одним из сильнейших бойцов современности. 29-летний уроженец Чечни сейчас представляет Объединенные Арабские Эмираты. В минувшие выходные, после очередной победы на турнире UFC, Чимаев на весь мир озвучил свою позицию по Палестине. Прямо в октагоне, обратившись к главе Чечни Рамзану Кадырову. «Я прошу тебя ради Аллаха, дай мне оружие, чтобы я смог поехать в Палестину. Клянусь, я не рожден для того, чтобы тут в шортах драться. Чеченцы же знают, какое сердце у нас внутри. Если падишах разрешит, я готов пойти умереть. Я не боюсь умереть за наших братьев, мусульман». Эти слова вызвали невероятный отклик, как среди зрителей боя, так и среди пользователей сети. А Рамзан Кадыров назвал речь трогательной и отметил, что сказать это, находясь в центре внимания всего спортивного мира, заслуживает глубокого уважения. Также заявил о поддержке Палестины и российский боец Ислам Махачев. После боя с австралийцем Александром Волконовски, закончившимся для последнего нокаутом в первом раунде, Махачев заявил, что не будет праздновать эту победу. «Я не праздную эту победу сегодня из-за событий, которые происходят в мире. Остановите это! Палестина, мы с вами! Сектор Газа, мы с вами!» Возможно, услышав эти слова, люди задумаются и начнут понимать, где правда, а где ложь.